Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада нашей сегодняшней встрече. Рада вашему вниманию к теме сегодняшнего семинара «Формирование функциональной грамотности». На сегодняшний день это одна из актуальных тем образования. И в январе, вы знаете, прошла конференция аналогичная по начальной школе. И от авторского коллектива нашего ОМК выступала Марина Давидовна Поспелова. Вполне возможно, я думаю, что многие из вас были участниками той конференции, слушателями того семинара. Так что многие понятия, которыми мы сегодня будем оперировать, они вам знакомы, мы только кратко коснемся теории. Наша задача сегодня вот под этим углом зрения, а я имею в виду формирование функциональной грамотности школьников, рассмотреть ресурсы нашего ОМК, чтобы еще раз понять, что современный учебник, включенный в федеральный перечень учебников, позволяет успешно решать все важнейшие задачи школьного образования в рамках предмета, в рамках урока. И вот здесь очень большую тревогу хочу прямо сразу поначалу высказать. В связи с непростой нынешней ситуацией, в связи с онлайн-обучением, немало случаев, когда учебник откладывается в сторону. Работа на платформах, работа с материалами по подготовке к экзаменам и так далее. Они не могут заменить систему, заложенную в учебник. Они не могут компенсировать вот той самой системы и тех возможностей, которые учитель обладает, работая в системе по учебнику. Ну вот сегодня мы с вами говорим о формировании функциональной грамотности школьников на уроках английского языка по нашему ОМК английский фокус в основной школе. Итак, определение, в отличие от других сложных тем, педагогики, психологии, методики, они очень понятны каждому из нас. Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. А если еще ближе к жизни, то это способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в разных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. То есть знания для жизни. Учимся для того, чтобы в жизни функционировать, общаться наиболее эффективным образом. Безусловно, очень хорошо известно, и, безусловно, вы, видимо, встречались, но для тех, кто к нам примкнул, мы повторим, определение академика Леонтьева, кто же такой функционально грамотный человек. Это вот как раз тот человек, который может использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки на разных предметах, из разных источников, под управлением педагогов, самостоятельно. Но он может эти знания использовать для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Вот эта проблема формализма знаний, проблема, когда мы учимся для школы, а не для жизни, она всегда была актуальна. И всегда волновала мыслителей, педагогов, и была проблемой школы. Еще Сенека в самом начале, да, в первом веке нашей эры писал: «Мы учимся не для школы, а для жизни». Первоначально звучали его слова, что мы учимся для школы, а не для жизни, с горечью, с неудовлетворением. А вот потом так, чтобы это тезисом звучало, призывом к нам, эта цитата вам наверняка очень хорошо знакома. Так вот, формализм знаний, он проявляется и сегодня. И российские международные исследования показывают, что многие школьники, и наши российские школьники, обладают значительным объемом знаний, однако грамотно пользоваться этими знаниями для решения жизненных задач, для решения проблем метапредметного характера они не умеют.
И вот из этого же разряда, как это ни странно, вот победы, хорошие, крупные, большие победы российских школьников на международных предметных олимпиадах, и наряду с этим неуспех в других исследованиях, в исследованиях, которые показывают умение пользоваться знаниями для решения проблем, для решения задач жизненного характера. Вот об этом мы с вами об этом говорили и слышали, и мы сегодня об этом с вами говорим. Так вот, одним из исследований, которое вот как раз и проверяет, насколько готовы школьники к жизни, является международное оценочное исследование PISA, Program for International Student Assessment. Широко это цитируется, широко материалы обсуждаются педагогической общественностью. Так вот, ключевой вопрос исследования PISA – обладают ли учащиеся 15-16-летнего возраста, а это выпускники основной школы, получившие обязательное общее образование, знаниями, умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения того самого широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. И я думаю, что большинству из вас это известно, что проводится PISA раз в 3 года по 3 направлениям: читательская грамотность, естественно, научная грамотность, математическая грамотность, и нас, как преподавателей иностранного языка, учителей иностранного языка, конечно, прежде всего касается направления читательской грамотности. Но не только. Вот в исследовании в каждом новом цикле вводится новое направление. То есть вот несмотря на то, что в 2018 году это последние обобщенные результаты исследования PISA, было направлением основным читательской грамотности, но с другой стороны, в 2015 году было подключено туда решение проблем, в 2018 году глобальные компетенции. А поскольку перед нами стоит задача, насколько она реалистична, трудно нам сейчас сказать, но задачу перед нами поставили в лидерах увидеть Россию, в лидерах мирового школьного образования. От этих высот или до этих высот нам далеко еще пока. Но мы не можем не иметь в виду ресурс, возможности включения в урок вот всех тех важных вещей, потому что за пределами урока, за пределами школы воспитать, развить эти умения практически невозможно. О каких же глобальных компетенциях идет речь? Это заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление поведением, открытость новому, эмоциональное восприятие нового, а в навыке 21 века – которые так или иначе заложены в исследовании PISA, и даже безотносительные исследования PISA. Если мы думаем с вами о каждом из наших учеников, о наших учениках вместе, мы не можем не волноваться, не беспокоиться о том, что мы их воспитываем и развиваем так, чтобы они нашли свое место в этом сложном 21 веке. И вот эти навыки 21 века, это критическое мышление, креативность, исследование, изучение нового, саморегуляция, инициативность и настойчивость, использование информации, системное мышление, коммуникация, рефлексия. Вот сегодня об этом мы и будем говорить. Учеными, педагогами, методистами уже зафиксированы эффективные педагогические практики, которые способствуют вот формированию последовательному и эффективному формированию функциональной грамотности. Посмотрите вот на этой таблице. Это и приобретение опыта успешной деятельности, разрешение проблем, принятие решений, позитивного поведения, создание учебных ситуаций, которые инициируют учебную деятельность учащихся, мотивируют их на учебную деятельность, проясняют смысл этой деятельности. Учение в общении или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых группах, поисковая активность, задания поискового характера, учебные исследования, проекты, интеграция знаний, оценочная самостоятельность,
выход, в том числе выход на самооценку, и ролевые игры, диспуты, обсуждения. Вот я сейчас проговорила, практически прочитала слайд, который должен стать вот тем, к чему мы идем. А вы видите, что практически во всех направлениях мы с вами движемся с английским фокусом. Деятельность во всех этих обозначенных направлениях, она уже определена учебником. И мы сегодня с вами пролистаем, перевернем страницы учебника нашего для основной школы, 5-9 класс, и увидим, что еще остается, может быть, за пределами нашего внимания, что мы можем с вами активизировать. Наверняка вы уже увидели и подумали, и решили, и пришли к выводу, что, конечно же, развитие функциональной грамотности, формирование функциональной грамотности напрямую связано с тем, что определил для нас ГОСТ, для того, что определил новый образовательный стандарт в нашей повседневной работе. Это компетентный подход, эти те самые универсальные учебные действия, то, о чем мы уже не раз с вами говорили, потому что ГОС определяет, или компетентный подход определяет не только предметные результаты, что должен знать ребенок, не только теперь это забота учителя-предметника, учителя иностранного языка в нашем случае, но и как использовать эти знания, это метапредметные результаты, как относиться к себе, миру, другим людям, к знаниям, процессу их получения, это личностные результаты. То есть практически мы с вами будем говорить об известных нам вещах, потому что мы с вами, учителя вот сегодняшнего дня, идя на урок и планируем свою деятельность, и рефлексируем свои достижения, свои продвижения, превращения у наших ребят по итогам урока, по итогам модуля, по итогам какого-то еще интервала деятельности, как личностные, как метапредметные результаты, через работу на обучение языку, через работу на предметные результаты. Это наша задача. И мы никуда не уйдем с вами от универсальных учебных действий, которые являются ключевым разделом формирования УД, ключевой раздел основной образовательной программы школы. И мы с вами об этом не раз говорили. Я могу чуть ли не на каждом слайде отсылать вас и вспоминать о том, что существуют отдельные, целенаправленные по каждой теме презентации, семинары наши, они есть и в записи. Может быть, кому-то из вас это окажется полезным, поэтому они доступны, заходите, все есть на сайте издательства. И мы начнем с вами со смыслового или продуктивного чтения. Поскольку мы с вами говорили, что грамотность чтения – один из аспектов, важнейших аспектов вот проверки или сравнительного анализа умения, которым вооружает школа ребенка, умения для жизни. Так вот, грамотность чтения – это способность учащихся к осмыслению текстов с различного содержания и формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях. Наверняка вы слышали, и на семинарах мы об этом не раз говорили, что вот такой вот феномен, он вроде бы кажется удивительным, а оказывается, что он и не удивителен. По исследованиям другого международного исследования ПЕРС, 11-летние школьники, российские школьники, занимают уверенную лидирующую позицию в мировом образовании. То есть в 11 лет наши школьники российские читают на родном языке лучше всех в мире. А вот когда приходит время ПИЗы, в срезе принимает большое количество школьников, 15 лет мы по грамотности чтения, по последним исследованиям 2018 года, только на 31 месте. Они что, разучились читать? Да нет. Требования к чтению на этом возрастном этапе другие.
Речь идет об интерпретации, о понимании, да, об умении осмыслить, об умении использовать прочитанное для решения, для принятия решений, для решения каких-то проблем и жизненных ситуаций. То есть, если мы говорим, что мы смысловому продуктивному чтению учим и готовим детей выдержать, в общем-то, состязание, даже внутреннее, даже не обязательно в условиях ПИЗы, на грамотность чтения, мы должны понимать, что мы учим нахождению интерпретации. Раз. Интерпретации текста. Два. Рефлексии и оценки собственному мнению. Это три. И мы с вами увидим, что на самом деле смысловое чтение, оно может иметь значение, в общем-то, с разных точек зрения. То есть и информация, и смысл, и идея, и умение интерпретировать, критически оценивать то, что требуется, то, что, чему мы учим, такими же формами мы и должны учить. И значение имеет смысловое чтение для всех аспектов развития личности ребенка. Если мы поговорим, что о личностных уровнях, то есть о личностном развитии, мы говорим, что смысловое чтение способствует развитию мотивации чтения, мотивов учения, отношения к себе, к школе. С точки зрения регулятивных универсальных учебных действий, это принятие школьникам учебной задачи, произвольная регуляция деятельности. С точки зрения познавательных универсальных учебных действий, это и логическое абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря, коммуникативные универсальные учебные действия. В том числе умение организовать и осуществлять сотрудничество, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Ну вот, давайте и посмотрим. Вы понимаете, что особое значение, и об этом указано в нашей образовательной программе, особое значение при обучении смысловому чтению имеет прогнозирование содержания текста. И здесь вот это вам один из примеров, То есть в системе, в учебнике мы встречаемся с заданиями, с которых начинается работа с текстом. Это задание на прогнозирование, на прогнозирование содержания. Вот здесь, например, да, вот первое задание, первое упражнение. Is the person in the picture a famous scientist, inventor, actor, politician? What is his name? What do you know about him? Listen, read and find out. То есть сначала прогнозирование, оно же и мотивация. Если он спрогнозировал ученик, он дальше читает прежде всего, потому что listen, read and find out. Или бывает listen, read and check. Он и проверяет, насколько он был прав в своем прогнозе. Безусловно, это мотивационная составляющая. И потом, после выполнения ряда заданий по чтению, он выходит на осмысление, он выходит на аналогии, он выходит на перенос вот этих знаний, полученных при чтении текста, на себя, на свою культуру. Вот осмысление, рефлексивные действия – это все в системе и независимо от уровня обучения. Будь это в седьмом классе, как вот здесь вот показано, будь это в других классах, в пятый, восьмой, во всех классах последовательно идет обучение прогнозированию содержания текстов. Так же, как и прогнозирование темы уроков, когда вот посмотрите, дается задание спрогнозировать, о чем пойдет речь в уроке. По иллюстрациям, по заголовку текстов, да, иногда бывает потом по указанным частям текста и так далее. Опять же, на мотивацию. Опять же, выход на устную речь обязателен, а это способ выражения, это способ организации рефлексии. Да? Выход на устную речь с переносом на свою деятельность.
так как здесь в упражнении четвертом после чтения этого текста, который нравится детям в седьмом классе, когда девочки, да, swap their roles, а девочки меняются своими ролями, в семью друг друга помещены, и они своими впечатлениями делятся. И вот теперь требуется от ребят: one of you works for a magazine, interview Annabelle Osser about their new lifestyle. Они берут у них интервью, они осмысливают, по каким параметрам, по каким вопросам это интервью организовать. Их акценты очень важны. Это один из эффективных способов организации рефлексии. Формулирование главной мысли частей текста. Он напрямую связан с умением, вот до недавних пор он так вот проистекали, вернее, эти умения, они были востребованы для проверки в рамках ОГЭ по чтению, да, когда нужно было заголовки к частям текста подобрать. Сейчас это вопросы, но это смысла не меняет. То есть умение выделить главную мысль текста или частей текста. Вот одно из заданий. И опять же, вот если мы посмотрим на упражнение to be, label, read again and label sections, 1 to 5 with headings A to E, listen and check. И опять же, и это не обязательно, и не всегда, и не только в основных, в ядре модуля, так скажем, в уроках ядра модуля, A, B, C, English in use, да, а вот это extensive reading, это across the curriculum, это страница, которая не входит в ядро, и может быть, это, в общем-то, дополнительный при условиях, при объективных, если так складываются условия, урок. И даже здесь это не просто дается как дополнительный материал для ознакомления, для чтения. Идет развитие жизненно важных умений. В данном случае идет развитие умений выделять главную мысль частей текста, то есть идет обучение смысловому чтению. Работа с несплошными текстами. Вы понимаете, что не сплошные тексты тоже с этим понятием наверняка встречались. Это тексты, которые сочетают в себе несколько источников информации, с которыми учащиеся часто встречаются в реальной действительности. Ну, то есть не сплошные тексты – это графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические карты и так далее. И у нас тоже в учебнике этого немало на разных этапах обучения. Когда мы говорим об умении развернуть информацию или свернуть информацию, это, конечно, работа с информацией. Как здесь? Вот как здесь, в этом уроке Калчикона седьмого класса, здесь использование диаграммы, exercise 3, нужно использовать эту столбчатую диаграмму как опору для устной речи, рассказывая о гаджетах, о жизни британских подростков. Безусловно, это не фрагментарное задание. Безусловно, это умение взращивается, начиная с младшего возраста, с начала этого этапа обучения основной школы. И есть наблюдения, и есть такие выводы, что при систематической работе с несплошными текстами повышается способность к решению учебно-практических задач. И учителя, которые работают с этим последовательно, которые иногда дополняют в этом плане учебник, у нас у всех есть свой конек какой-то, свои какие-то преференции, и некоторые заинтересованы этим вопросом, и тоже такими наблюдениями делятся. Вот видите, уже в пятом классе мы работаем с планом дома, с планом жилища, и это тоже... Вроде бы, казалось бы, задание-то оно еще такое для маленьких. А там label the words, or write the words, complete the plan.
вроде бы там только на уровне слова с текстом соотнести, где что стоит, где что расположено. Но это работа с планом. Это работа с несплошным текстом. Это развивающая вещь. И так же, как и вот в 9 классе, мы видим по этой теме «И waste, why so much junk?» И первое упражнение, которое еще предваряет работу над тематическим текстом, оно позволяет соотнести ребятам свой опыт, личный опыт, вот с обобщенными данными. «Look at the graph about e-waste». Обобщенные данные, вот как это вообще происходит в мире, в процентах, на что сколько, и со своим личным опытом, со своими личными наблюдениями. Это присутствует в учебнике как система. Это один из путей, одна из составляющих развития умений смыслового чтения. Дальше мы поговорим о глобальных компетенциях. В частности, об управлении поведением, которое тоже значилось как умение, включенное вот в исследование БИЗа. И опять мы не можем не вспомнить о том, о чем говорили, говоря о личностном развитии, говоря о достижении личностных результатов. Мы в соответствии с требованиями стандартов, нашего стандарта, говорили о развитии морального сознания и компетентности в решении моральных проблем. То есть о нравственном воспитании средствами предмета и на уроке, в рамках урока. Все помните этот текст «Breaking the Ice» начала 8 класса. И вы видите, что формы работы, формы деятельности учителя, что он с этим текстом есть, и определяют задачи, которые мы решаем. Если мы с вами тоже не раз говорили о том, что можно с текстом, с этим, который личностных смыслов наполнен, он учит детей общаться, он учит подростков делать первый шаг в общении. Сейчас это большая, очень существенная проблема. Но если ограничиться нашими традиционными, а теперь уже, скажем, устаревшими формами работы, чтение, бывает еще и перевод, а потом там comprehension questions, прям по тексту друг другу, а потом пересказ, то мы, конечно, этих задач личностного характера, развития личности мы не достигнем. А здесь посмотрите, как формулируется задание. Посмотрите, на какой вид деятельности настраивает учебник наших учеников. С подачи учителя, конечно. Если он не переигнорирует это задание, если он не пробежит по нему, не пойдет своим путем, который ему иногда ошибочно кажется эффективным. Может, это обучение языка там будет больше пользы, как кажется иногда. А вот в достижении задач личностного развития, в достижении метапредметных результатов там, конечно, будут потери. Which of the adjectives in exercise 5 and 6 best describe you? Is there a quality you don't have, but would like to have? Discuss in pairs. Конечно, это самоанализ. Конечно, это самоанализ собственной личности. Конечно, это постановка целей по личностному развитию. Если с этим текстом работать так, как заложено, так, как задумано, то результаты нужно планировать. Можно их по праву включать в план урока. Я сегодня немножечко вынуждена сама себя торопить, потому что задержалась с началом и понимаю, что может сдвинуться все из-за спикера. Поэтому я буду стараться, ну, так скажем, покороче. Еще один пример. То же самое по решению конфликтов, по разрешению конфликтов. То же самое, что можно ограничиться старыми способами деятельности, работы с текстом, но тогда мы не достигнем того, что школьники, уходя с урока, в рефлексии скажут вам, назовут вам, что сегодня на вопрос, что мы учились делать на уроке, или чего, что мы научились делать на уроке. Они вряд ли скажут после пересказов, если они выйдут на пересказ, что они сегодня научились разрешать конфликт, или не допускать конфликта, или предотвращать конфликт в межличностных отношениях. А вот это задание, оно к этому ведет.
Если от них требуется change the following use statements into item statements. Use the adjectives bad, upset, annoyed, disappointed. То есть если они учатся практически, три высказывания, упреки, которые часто, в общем-то, и провоцируют конфликт, переводить в я высказывание, мне горько, что то-то, и мне я огорчен, что то-то, я. И вот таким образом предотвращаются конфликты. И вместо пересказа они тоже выходят на монолог. Посмотрите в номере в упражнении пятом. Но нужно «Your friend gets angry very easily». Ситуация очень жизненная. «Use the ideas in the text to advise him how to control his anger and resolve a conflict». То есть вот, пожалуйста, это, безусловно, вооружение детей этими умениями. Саморегуляция и рефлексия тоже включены не только в требования ПИЗы, требования личностного характера и компетенции 21 века. Мы это находим в требованиях нашего образовательного стандарта среди метапредметных результатов, умение самостоятельно определять цели своего обучения и так далее. И с другой стороны, потом владение основами самоконтроля, самооценки. И мы с вами, говоря об этом, говорили о ресурсе учебника, говорили о том, как структура психологической деятельности по познанию нового вот, на уроке, на блоке уроков, на модуле, как она отражается в учебнике. Итак, мотивация, целеполагание, планирование. На уроке это что у нас? Это у нас подготовительный этап урока. Действия по достижению целей – это основная часть урока. Самооценка, самокоррекция и рефлексия – это окончание урока, если мы говорим об одном уроке. А если мы говорим о модуле? Вот первая модульная страница, которую некоторые просто игнорируют, избегают, думают, что это так, план, как оглавление. А нет. Работа с ней, а там требуется не больше 7 минут, она несет на себе очень серьезную нагрузку. Именно здесь происходит обучение, вооружение навыками мотивации, целеполагания, планирование деятельности в рамках модуля. А вот дальше все уроки до конца. Все уроки модуля – это действия по достижению целей. А последняя страничка прогресс-чек – это еще не контроль, нет. Мы понимаем, что это подготовка, еще контроль, контрольный впереди. А это прогресс-чек – самооценка, самокоррекция, а рамочка – это рефлексия. А рамочка – это рефлексия. Это осмысление школьника, что с ним произошло, что он научился делать, чему он научился в этом модуле. И если мы проанализируем вот этот восьмой класс, если мы проанализируем вот эти уголки рефлексии по итогам модуля, мы увидим, что среди вот в цепи вот этих перечислений, да, что, чему я научился? Кроме того, что talk, write, say, есть и чисто функциональные умения, которые нужны в конкретных жизненных ситуациях. Например, give good bad news and react to it. Right? For example, interact and keep a conversation going. Order food and drink. Buy a present and so on and so forth. Такое есть, то есть это заложено в учебник, функциональные умения, функциональная грамотность. А урок English in Use, он вовсе посвящен функциональным диалогам. С 5 по 7 класс каждый урок в модуле, включенный в ядро, в основную часть модуля, который учится даже если класс слабоватый, даже если вы не успеваете дать все. A, B, C, English in Use. А уж дальше комбинируйте Калчикона вместе со Spotlight in Russia. Что-то сильным ученикам с повторением, с проработкой в конце четверти или в конце месяца, в конце триместра. А здесь функциональные диалоги для вооружения детей умениями функционировать, общаться эффективно в разных ситуациях. Buying a present, asking and telling the way, requesting services, introducing and greeting people. И много-много в каждом классе
очень ценное для детей умение. А межпредметная интеграция, нельзя об этом не сказать, потому что очень часто неумение использовать полученные знания на каком-то предмете для решения практических задач связано с неумением переносить эти знания в другую предметную область. И вот с этой задачей мы вот справляемся по-своему, во всяком случае в системе, в каждом модуле есть урок «Across the Curriculum». С разными предметами. Вот в пятом классе мы с вами находим странички интеграции с естествознанием, с литературой, с математикой, PSHE, Personal Safety and Health Education, аналог нашего ОБЖ. И вот там им язык, английский язык, выступает на этих страницах как средство решения каких-то задач, каких-то проблем внутри другой предметной, внутри другой предметной области. А мы с вами прочитали, что в ПИЗе вот глобальные тенденции развития, умение, осведомленность школьников о глобальных тенденциях развития, она тоже проверяется. Тоже такая задача стоит перед современной школой. Так, чтобы школьники были осведомленные, чтобы школьники, чтобы их кругозор, их эрудиция даже в рамках школьных предметов расширялась. И поэтому в наших учебниках, кстати, это естественно, мы с вами в очень хорошем положении находимся. Я вот недавно с одним семиклассником беседовала, про экологию у нас там что-то было, я спросила его, вот на каких уроках в школе вы говорите об экологических проблемах? И он не задумываясь сказал, на английском. Но это так. Мы на своих уроках можем говорить о чем угодно. И темы, вот они по программе у нас составлены темы, они могут включать в себя самые разнообразные тексты, которые просвещают детей, заставляют их думать, знать о глобальных тенденциях развития и обсуждать эти проблемы. Так вот буквально в восьмом классе, посмотрите, кроме традиционных там, экологических проблем, война с людей, да, об особенностях потребительского общества, общества потребления, о проблемах, о путях их решения. Charity begins at home. What are we going to do with all this litter? Экологическая тема, да? И так далее. То есть мы с вами находим это даже в рамках учебников. Недолго, но нельзя не поговорить о современных педагогических технологиях. Потому что именно вот перед вами весь, в общем-то, список, который мы чаще всего освещаем, говоря о современных педагогических технологиях в нашем УМК. И среди них, вы видите, одно из первых мест занимает обучение в сотрудничестве. А это значит обучение, развитие умений коммуникации, саморегуляции, управление поведением. Уже в пятом классе, буквально в конце первого модуля, в уроке «Cross the Curriculum», «Citizenship» урок, да, граждановедение соотносится с нашим гражданином, правила работы в группах, правила работы в парах, это обсуждается в табличке «Study Skills». И дальше эти правила, они становятся основой продуктивной работы в группах и парах. Потому что такой работы запланировано немало. Это и групповая работа над проектом, это и ролевые игры, как вот здесь, вот, смотрите, в седьмом классе по организации группы экологической помощи, Eco Help Us, right? Метод проектов. Метод проектов – это, опять же, никто от этого не уйдет. Это работа с информацией, исследование, креативность. И тоже проекты, начиная с самых элементарных в пятом классе, когда нужно fact-файл составить о животном, например, да, или, например, карту, на карте, на контурной карте своей страны, там приклеить, выставить вот сувениры, связанные с народным творчеством и так далее. То есть работа с информацией, исследование, креативность на всех этапах развития, на всех этапах обучения языку по УМК Spotlight.
включаются разные совершенно уроки. Это может быть итог урока Колчакона, это может быть урок итог урока Spotlight on Russia. Но везде, если учитель работает с этим серьезно, его ученики получают навыки работы по всем этапам от работы над проектом. От определения темы, конечного результата, до обсуждения, составления плана, сбора информации, оформления презентации. И все умения работы с информацией, конечно, и учитель сам, он должен понимать, он должен вот этот вот, это должно быть вашими знаниями или памяткой, которая у вас лежит под стеклом. То есть почему нужно знать об этих умениях? Какие умения развивает наше задание, например, по проектам? А с тем, чтобы вы на этом акцентировали внимание, при рефлексии, при проверке. Вот есть выделение ключевых слов. Так как ты работал? Какие-то ключевые слова выделил? И так далее. И вот по всему поэтому, если вы когда-то организуете рефлексию, то значит детям анализируют, вынуждены делить свой опыт, и эти умения у них фиксируются, равно как и презентационные умения. Я думаю, вам будут доступны эти презентации, поэтому вы можете посмотреть поподробнее. Еще так вот более или менее подробно о технологии критического мышления. Особенности развитого критического мышления. Человек, который обладает критическим мышлением, у него можно, вот его особенности, это оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение, рефлексия собственных суждений. То есть вот это критическое мышление. И оно сейчас востребовано как никогда. Начиная с умения прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать и сравнивать, выдвигать гипотезы, рассуждать по аналогии, выявлять причины, рациональный творческий подход к рассмотрению вопросов. Это все творчество, это все критическое мышление. И умения, которые вот для этого нужны, это вот и есть то, над чем мы работаем. Это готовность к планированию. А вы видите, мы уже сейчас даже в краткой такой презентации мы с вами включались, мы с вами встречались с планами, составлением планов на разных этапах деятельности. Гибкость, настойчивость, готовность исправлять свои ошибки, поиск компромиссных решений и осознание. Если говорить о технологии как таковой, тоже это приемы стратегии трех фаз вам хорошо знакомы. То есть это первое, если урок построен по технологии критического мышления, и этап урока бывает и так. Вызов, это может мозговой штурм быть, то, что нас касается очень напрямую, прогнозирование, правильно? Формулировка вопросов, на которые нужно найти в тексте, таблица, знаю, хочу узнать, узнал, верные и неверные утверждения и осмысление содержания, и выделение ключевых слов, и ответы на поставленные вопросы, написание творческих работ, все это есть в учебнике. Все это есть в учебнике. Вот посмотрите, практически с самого начала. Первое задание, вот по работе с этим текстом в седьмом классе, с этим уроком, урок Колчакона. Прогнозирование содержания. Дальше, после прочтения, а бывает и до прочтения, спрогнозировать правильность или неправильность утверждений, а потом найти подтверждение. Ну, а бывает и для проверки понимания содержания. И потом осмысление, очень часто на эмоциях замешанное, или на осмыслении. Tell your partners three new things you have learned about deep meetings. Или тут работа с картой, сначала от известного, сначала вполне сплошной текст, а потом придумай, подумай о трех вопросах ты бы хотел задать сэру Франсису Дрейку. Ты вот напрямую связана с технологией критического мышления. А вот вам демонстрация вот этого, то, что мы называем «хочу, умею», «хочу», «узнаю», да, «хочу, узнаю», да, соотносится вот с этим заданием, с рамочкой KWLH,
No, want to know, learn how. Вот здесь именно так построена работа с этим текстом. Paperback versus plastic bag. И опять же, вот если мы говорим о приближенности ситуации к жизни, реальной жизни детей, вот мы с этим здесь сталкиваемся. Не просто глобальная такая проблема загрязнения окружающей среды, а то, что выходит на жизнь и деятельность ребенка. И он сможет отказаться от пластикового пакета, исходя из соображений вот, спасения жизни на Земле. Вот так выстраивается работа с сознанием ребенка, так выстраивается работа с его, с развитием его функциональной грамотности. И одно слово о ролевых играх. Вы знаете, что у нас игр много в учебнике и даже в основной школе. Игры разные, но вот ролевые игры – это напрямую такой прием, не for a change, не для разгрузки, никогда устанут, а это очень активный и очень эффективный дидактический прием, в котором моделируются ситуации, близкие к жизни ребенка, и форма игры заставляет их прожить, выразить свои эмоции, свое отношение, естественно, пользуясь языком. И последний аспект, тоже и по играм, и по эмоциональному интеллекту, есть отдельные презентации у нас. Вы знаете, что сегодня, на сегодняшний день, новое в нашей жизни – это работа по развитию эмоционального интеллекта. И IQ, и EQ, эмоциональный интеллект, он не противопоставляется интеллектуальному интеллекту. Нет. Но вот именно в единстве успех и эффективность функционирования жизни в современном обществе. То есть развитие эмоциональной сферы, умение распознавать свои эмоции, эмоции собеседника, управлять своими эмоциями, умение ясно и внятно общаться с другими, развитие эмпатии, умение артикулировать свои чувства, ясно общение, о которых мы говорили. Такого материала в учебнике много, достаточно, и это тоже один из аспектов работы. Вот ровно год назад нас авторов, в рамках авторского клуба издательства «Просвещение» собирали, перед нами выступала Ольга Борисовна Логинова, заместитель руководителя научно-образовательного центра издательства «Просвещение». Рассказывала нам, говорила нам о функциональной грамотности и УМК. И вот то, что требовалось, вот мы с вами, это уже итог нашего разговора, то, что требовалось от авторов УМК, просмотреть свои учебники на предмет соответствия, может быть, доработки следующих моментов. Модульная организация, у нас это есть. Включение учебных ситуаций, мотивирующих, игровых, исследовательских, практико-ориентированных проектов, ролевых и деловых игр, это есть. Дополнение основного текста текстовыми фрагментами различного назначения, модернизация поясняющих текстов, памяток и так далее. Мы с вами об этом сегодня говорили. И то, что не касается текста, вне текстовый компонент, что включение заданий, способствующих осознанию смысла изучаемого материала, представленных во внеучебном контексте, способствующих приобретению опыта успешных действий, метапредметные задания. Словом, мы с вами на правильном пути. И даже если мы не будем думать об амбициозных там, задачах страны вывести в кратчайшие сроки наше образование на лидирующие роли, а будем думать о своем конкретном ученике, о его благе, о его успешности и эффективности жизни его в современном обществе, мы добьемся успеха. Наверняка, кто, кроме меня, многие сталкивались вот с этим высказыванием. Some teachers taught the curriculum today. Other teachers taught students today. And there's a big difference. Во все века дума о благе ученика, если она была путеводной звездой учителя, она взращивала успешного и благодарного ученика. Я вас благодарю за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу, если мне сейчас модератор их представит. Контакты перед вами и мой личный контакт в том числе. Наш сайт, наш журнал
и мой личный контакт. Если есть какие-то вопросы, которые остались незаданными или неотвеченными, потому что незаданными, я жду ваших вопросов, жду ваших писем. Всего вам доброго, спасибо.